Привет, дорогие друзья, с вами канал Технолог, и сегодня у нас будет снятие генератора на 221 Мерседесе, двигатель М272. Для начала нам нужно открутить клемму аккумулятора, снять массу. Находится аккумулятор в багажнике, вот в том отсеке. Для того, чтобы снять аккумулятор, клемму с аккумулятора, нам нужно открутить в багажнике два вот этих вот крепления. Откручивается это торксом Т15. Так, все, открутили. Теперь просто ее отсюда вытаскиваем. Далее поддеваем заднюю стенку за краешек. Выдвигаем ее и вот у нас аккумулятор. Скидываем массу. На автомобиле установлено два аккумулятора, основной и стартерный. Со стартерного не обязательно снимать массу, потому что при обесточивании основного аккумулятора на клемму генератора прессовую электричество уже не подается. Генератор мы будем снимать, потому что находится вот он. Потому что у нас кончились подшипники на нем. И, скорее всего, вот он включит. Закончились щетки и закончились подшипники. Генератор дает недозаряд. Далее нам нужно снять. Так, ну верхнюю крышку снимаем, просто она у нас вверх снимается, поддеваем. Далее нам нужно снять основной ремень. Снимается он ключиком на 17 накидным. Вот у нас натяжитель. Вот сюда вот вставляем, отодвигаем, скидываем ремень. Далее снимаем патрубки с духовода. Далее мы снимаем переднюю вот эту вот планку для того, чтобы достать вентилятор. Потому что вентилятор нам не даст вытащить генератор, не хватит места. Так, открутили переднюю планку. Вот она у нас просто двигается. Нам ее все снимать не надо, просто отодвинуть. Далее выдергиваем вот эту клипсу, включаем вентилятор, разъем вытаскиваем. И нужно снять вот эти клипсы. Просто выдергиваем их с двух сторон, с этой стороны и с этой стороны. После чего достаем вентилятор. Антифриз я не сливал. Скидываем давление, открываем расширительный бачок, снимаем этот шланг, чтобы не обломать. Антифриз не сливал, поставил сразу заглушку. И шланг вот так вот перевернул, вытащил и заглушку. Два верхних болта у нас в доступе, есть еще два нижних болта. К ним не подобраться никак, поэтому нужно снять снизу защиту металлическую. Здесь болтики на 13. Сняли защиту, вот у нас снизу два болта. Откручиваем. Болты откручиваются головкой Е12. Так, все, выкрутили нижние болты. Теперь отключаем вот эту фишку и откручиваем плюсовую клемму генератора. Откручиваем верхние болты и вытаскиваем генератор. Вот и все, сняли генератор. Несем в ремонт. Вот здесь колпачок стоит пластиковый, он просто сдергивается. Ну это все, всем спасибо, подписывайтесь на канал. Всего доброго.